Mixed Nutrition. Джозефу Бутвису. Вот он, Джозеф. Такой красивый сегодня. Он сегодня оделся в тон тем самым банком. Блестящий. В такую же рубаху. Джозеф, два слова. Любых по-русски. Любые по-русски слова. Что хотите, говорите. Любые русские слова. Водка, я не знаю, там. Любые. Я люблю Россию. Он любит Россию. Ну, потому что он красный. Красный, понимаешь? Как красный, красивый парень. Красный павильон, там, где сидит Кайкли. Все как-то стараются общаться за стойкой, а он сидит типа как в клетке, да? Вокруг него народ. Там типа как горилла, короче, раз, а внутри. И к нему раз по одному туда пускают. Куда бели гориллы? Вот его супруга подошла, она же его менеджер. Вот он сам кайф. Пошел. Капюшончик. У него как за парком, так сказать, бонусы. Вот они все стоят.
Вот они. Вот там пустили кого-то. На, чувак. Пользуйся нашим красавчиком, который боится ехать в Россию. Вот это уже Шон Рода. И PX, тот самый Шон Рода. Тот самый Шон Рода, пока его что-то увидел. Это только идет раздача слонов и самого. Вот он сам Шон. Вчера он был в голубом костюмчике. Сегодня он в красной маечке. Ему запрещено давать интервью и любые другие вещи, если эти вещи не одобрены Лексом. Я имею в виду, это издательский дом, который имеет журнал, имеет интернет-портал. Вчера он отказался давать какие-нибудь вообще все переговоры, ссылаясь именно на то, что у него эксклюзивный договор как на информационное обеспечение именно от этого издания. Вчера мне удалось узнать из Франкфурта, и в этом ничего удивительного нет. В этом году, я имею в виду 2014, соревноваться Джей не планируют. No competition. Добрый день, всем привет из Германии! Вибо
местному в Киров, и потом в Москву и в Питер. Ждите меня. All right. Для Игоря Копчика эксклюзивное позирование. Ну, кулаков даже не увидел, блядь. Ромка. Они пресс видел, пресс? Пресс? Пресс. Кошелька я тебя пока не видел. Я бы его уже подрезал, если бы я у тебя видел кошелек. Готовлюсь.